Одной наукой сыт не будешь. В Староманьском районе к образованию детей подходит основательно. Наша съемочная группа посетила местные школы. Начали с села Шмелевка. В этом году в Матвеевской школе учится 76 учеников и работает 27 преподавателей. С виду это учреждение похоже на все остальные. Здания, постройки 60-х годов, типовые классы и коридоры. Но есть в этой школе одна интересная достопримечательность. Музей, созданный директором Ольгой Ловчевой. Экспозиция радует посетителей с 2005 года. Его не назовешь народным творчеством, музей народного творчества. Не назовешь просто исторические странички. Это музей истории нашего села. В первом зале расположились детские поделки и образцы школьной формы разных времен. С ними соседствуют арт-объекты на православную тему. Второй посвящен воинской славе. В экспозиции письма и фотографии земляков, участников Великой Отечественной войны. Есть также каска и патрон от снаряда, привезенный с раскопок. Третий зал поражает своим колоритом. Экспозиция состоит из уникальных предметов сельского быта прошлых веков. Антикварной мебели, прялок, посуды и светильников. Все предметы Ольга Борисовна собирала сама. Большинство из них она привезла из отчего дома. Некоторые подарила ее коллега. Прохорова Галина Юрьевна, которая умница из умниц по этому поводу. Она и детей готовит к концертам. Вот сейчас мы готовимся к рождественским встречам. 21 января у нас будут рождественские встречи. Мы всех приглашаем на это мероприятие. Из Шмелевки в рабочий поселок Старая Майна. После светского учебного заведения мы отправились в Богоявленский храм. На территории святыни есть воскресная школа, в которой маленьких сельчан учат добру. Занятия проводят местные преподаватели и духовные деятели. На базе школ нашей воскресной Спасенко проходит мероприятие о роли воспитания и цели воспитания молодежи, вот. Где наши воспитанники, преподаватели и родители будут участвовать в этом благом деле. В Староманьском районе чтут традиции и стараются разносторонне развивать детей. Всего в муниципалитете есть 12 общеобразовательных школ и 24 библиотеки. Также в домах культуры работают творческие кружки и спортивные секции. Виктория Чиркова, Данил Сурков, новости Ул Правда ТВ.